Сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками регионального УФСБ в ходе реализации оперативной информации обнаружено помещение с немаркированной алкогольной продукцией, а также оборудование для ее производства. Из двух помещений в Балашове и селе Хоперское Балашовского района полицейскими изъято 320 бутылок объемом пол-литра немаркированной водки, 1350 литров спиртосодержащей продукции, а в общей сложности более полутора тысяч литров. Также изъято оборудование и тара для кустарного производства алкогольной продукции. По данному факту отделом дознания Межмуниципального управления МВД России Балашовское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время полицейскими устанавливаются лица, причастные к незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции, а также каналы ее поставок. Расследование уголовного дела продолжается. Анатолий Чернов, Ольга Иванова, дежурная часть, Саратов.